Всем привет! И мы сегодня в Сиде. И у нас сегодня произошел эпик фейл. Не, ничего не подумайте, просто я подскользнулась и... Сами понимаете, чем ударилась? Фейлом. Этим фейлом эпичным. И теперь у нас этот фейл у нас мокрый, да? Да. Берите запасную одежду, когда вы гуляете в Сиде. Что у вас? Что у меня там была контрабанда? Контрабанда в кармане была? В кармане была контрабанда. Здесь очень красиво. Зато жарко не будет. Не, видишь, осенью как-то странно, но туристов реально мало. Осень, хорошая осень, так жарко-жарко. У нас сейчас 2 часа. Тепло. У меня уже мозги сгорели. Я устала ходить. Есть тень, можно посидеть в тенечке. Посидеть в тенечке. Как только в тень. Вот смотри, еще Сиде написано там. Угу. Много фотозон. Можно покататься на кораблике, 1 час 5 евро стоит. Можно прогуляться. Детям бесплатно. Детям бесплатно. Что делать? К сожалению, не все к красавицам подходят. Да, можно тебя переодеть. Что же не делаешь ради 5 евриков, да? Сейчас я вот так.